Специалисты Министерства сельского хозяйства проверили соблюдение ветеринарных норм на территории второго рынка. Это одна из самых крупных торговых точек республики. О том, насколько на этой торговой площадке соблюдаются правила безопасности, расскажет Патимат Ханапова. Несмотря на будний день, торговля на рынке номер 2 идет полным ходом. Перед тем, как попасть на прилавок, весь товар отправляется в лабораторию. Эксперты проверяют, безопасна ли мясная и молочная продукция. Нас это не устраивает, что чересчур ужесточенный контроль. Сильно контролируют наши ветеринарные врачи. Ни одна барашка без меркурия, без печати сюда не поступает. Если прибудет машина, ее обратно отправляют. Бывает, даже нам их жалко, приводят клиенты, привозят мясо, но очень жестко они их сопровождают обратно. Обязательное требование к поставщику – регистрация в системе «Меркурий». Это позволяет отследить путь поставки и проверить, благополучно ли то или иное хозяйство в том, что касается здоровья скота. В день сюда поступает до 130 туш баранины. Над молочной продукцией тоже налажен лабораторный контроль. Избежать проверки не получится. Да и по словам специалистов, никто не стремится. Производитель сам вносит всю информацию. Без сопроводительных документов сюда на рынок ни одна туша не поступает. Мы первым долгом смотрим вот этот документ ВДС. После этого смотрим наличие предварительного осмотра на них, на эту тушу. Если это есть, мы допускаем на территории рынка. После этого в лаборатории проводят ветеринарные врачи экспертизу. Экспертиза в чем заключается? Значит, визуально смотрим на цвет, запах, консистенцию, степень обескровленности, степень загрязнения. Если такие, если есть, то таких не допускается. У павильона, где реализуется говядина, мы решили узнать мнение покупателей. Махачкалинец Мурат Гаджиев признается, что он здесь постоянный клиент. Приобретаемой продукцией доволен. Мясо всегда хорошего качества, свежее, без всяких опасений. Я знаю, что здесь ветконтроль поставлен на хорошем уровне. Их служба поставлена на хорошем уровне, они постоянно здесь, даже когда ходишь, они между рядами ходят, проверяют. Поэтому можно без опасений мясо покупать, даже кур покупаем, здесь все покупаем, все мясное. Никаких проблем нет, хорошего качества всегда мясо. На втором рынке запасаются продуктами многие махачкалинцы. К тому же здесь закупаются образовательные учреждения, предприятия общепита и гастрономы, что, соответственно, требует особого контроля со стороны соответствующих структур. Патимат Ханапова, Мурат Бекбарзов, новости ННТ, Махачкала.